И снова здравствуй, наш дорогой и любимый подписчик и зритель. Сегодня мы продолжаем работу над мотоциклом. А продолжим мы сегодня нашу сборку с сборки передней вилки и крыла. И начнем. Итак, я дошел до этого этапа. По инструкции сказано, что необходимо сначала приклеить две стойки передней вилки к половинкам крыла. Но если мы это сделаем, мы не сможем убрать шов, который получается при совмещении двух половин крыла. Поэтому изначально мы соберем крыло, дадим просохнуть крылу и после этого обработаем шов, чтобы было все гладко. После этого мы уже будем клеить стойки. Итак, продолжаем. Итак, друзья, пока у нас сохнет крыло, соберем бак.
Итак, друзья, пока суть до дела, пока у нас сохнет крыло и бак, соберем фару. Давайте сразу отделим кофры. Склеим весь крупняк. Итак, вот что удалось нам собрать в данном выпуске. Оставляем детали на хорошую просушку, после чего обрабатываем все ненужные швы наждачной бумагой. А на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, ссылка на группу в описании, там же ссылка на донат. Помогайте, если кто-то хочет, каналу. Всем удачи и до новых встреч!